Да, готов. Вряд ли кто-то придет. Мы будем играть. Ужасно могу вести, простите, ноль. Спасибо. Майнкрафт? Я буду заикаться, просто это было без сценария. Я впервые веду стрим. Сегодня мы будем просто играть в Майнкрафт, строить, выживать. Уже ушли люди со стрима, потому что мне интересно. Так. Новый мир. Понятно. Мир будет называться все, что фантазия способна. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Вот так. И, конечно, потому что я нубас, я буду сохраненным инвентарем. Хотела сюда пришли, чтобы ржать. Да. Ну ладно. Так, нормально, выживание, все. Создать. Ну да, потому что у меня нет подписчиков и некому идти на стрим. О, в каком мы ужасном месте появились. Ау. Так, нам нужно добыть дерево. Дерево. Чтоб потом скрафтить палки, потом кирку, потом пойти добыть камень. Потом нам нужно скрафтить каменную кирку. Ну, я не делаю. Было, что в конце... Так. Я буду говорить, если вам это надоест. Прямая трансляция. Вряд ли я ее буду еще вести. Сейчас по-любому кто-то занимается своими делами, кто-то домашку делает. А я сижу, веду трансляцию. И никогда кому-либо смотреть мою трансляцию, потому что они заняты. Так. Ягода. Простите за посторонние звуки. Дай. Вот так вот. Так будет лучше. Я сейчас хочу найти деревню какую-нибудь. Так. Я надеюсь, что мы ее найдем. Возможно. Но это не точно. Ладно, давайте сначала скрафтим верстачок. Так.
Тек банк. Так. Так, так. Так, зачем я это скрафтила? Я могла просто меч скрафтить и все, ладно. Берем мечик и идем в шахту. Сейчас я себе инструменты тут красиво выложу. Кирка вместо топора, топор вместо лопаты, лопата вместо рыбы, вот все. Ломаем наш верстачок. И сейчас идем в шахту. Где найти мне шахту? Когда не надо, их этих шахт полным-полно. Когда надо, их вообще нет. Все, исп. Свинюшка, еда наша, еда. Так. Где еще он? Аус. Давайте мы повыживаем просто и пойдем на сервер. Играем. Чат не показывается, очень жаль. Так. Давайте посмотрим, как там дела. На стриме. Сейчас стрим смотрят. Так. Смотрят. Так, стоп. Смотрят. Так, стоп. Смотрят. Так, стоп. Смотрят. Стоп. Зашел один человек. Сейчас по-любому выйдет. Так. Стоп. Так. Открыть чат, ноль человек. Вот говорила же уйдет. Пойдемте обратно. Играть на сервер. На сервер лучше пойдем. И сервер будет ананас, не обращайте внимания, я просто зашла. Ой, точнее, у меня просто никакой больше сервер не открывается почему-то. Так. Идем. Вот она у нас. Не обращайте внимания, это не реклама. Можете заходить, если что. Стоим. Так, ну мой дом уже разломали, видимо. Просто будем строить. В любой ситуации строить. Надеюсь, сейчас никто не придет и не столкнет, не убьет, не подожжет нас. О, спасибо, кто-то сделал день. Слушать. Может мне сделать инструментики? Ну, не такие, а
Так. Ну, что, как, когда? Так. Сколько я уже сказала? Так, ладно. Нам нужно скрафтить меч. Кирочку. Пойти копать. Сделать камень, кирочку. Ой, меч. Уголь. Спасибо. Это отличное место. И предлагаю пойти, ну, сделать сначала себе инструменты, меч, и пойти драться. О, сейчас не только такой меч сделаем. Все еще какой-нибудь другой меч сделаем, например. Например, железный. Зачем мне что-то крафчу? Так, нам нужно сделать верстачок. Ладно. Проехали тему. Нам нужно накопать булыжника. Сколько тут железа? Надеюсь, 3, пожалуйста. Да, да, да. Ничего себе тут. Так, тут вот так. И все. Это... Вряд ли сегодня кто-то придет на стрим. Да, 0 человек. Я громко говорю, а. Все, вот так говорить, да? Я думаю. Так, я надеюсь, меня слышно. Да выключись. Так, ставим сюда печечку и... Сейчас будем... Сейчас. Добудем мы... Так, нам нужно сделать железный меч и пойти драться. Берем. И сейчас будем переплавлять. Так... Вряд ли кто-то придет на сегодняшний стрим. Я сделаю график стримов, если вам стримы понравятся. Вряд ли. То я буду делать стримы. Хорошо. Простите за лишние звуки. Там просто рабочие работают. 3. Сейчас сделаем меч и пойдем драться. Вот так. Делаем меч. И сейчас пойдем драться. Если хотите, можете подключаться. Ну, 0 человек, понимаете? Камера 0 человек. Кстати, на 100 подписчиков я покажу лицо. На 100 подписчиков. Так, хватит мне писать. Все, гаснул огонек. Стоп, модер. Дайте мне свет. Раз, два. И сейчас просто пулей бежим обратно. Так, а где обратно-то? А, вон там. У меня нет креатива. Я не могу его купить.
к сожалению. Посмей мне кто-то сейчас на встречу пойти. Бежим просто изо всех сил. Тынц. Ненавижу с одного дня Леонов просто. Где выход? Мне нужно срочно на выход. Не буду меч показывать, это подумает, что я такая богачка. Так, мне срочно нужно обратно. Дом, наверное, в той стороне, я надеюсь. Эх, жалко, что тут нельзя включить осторожно. В этих дырках можно провалиться, там я